Вот уже больше века назад, как здесь возвели один из знаменитых театров краевой столицы – драматический. Неподалеку Алтайский госуниверситет, спорткомплекс «Обь» и «Титов-арена» – самое большое крытое ледовое спортивное сооружение города. Место притягивает барнаульцев не только в праздники, но и просто в будние дни. И речь, конечно же, о зеленом пространстве рядом с драмтеатром. В списке голосования оно значится под адресом «Молодежная, 15». Эта площадка приближена к площади Сахарова, и она востребована у горожан, во-первых, в периоды проведения массовых мероприятий праздничных, это на 9 мая, на День города. Также эта площадка притягивает семьи для проведения здесь свободного времени и досуга. И мы видим запрос горожан на то, чтобы эта территория была благоустроена. Если барнаульцы отдадут свой голос за зеленую зону у драмтеатра, то здесь высадят новые деревья, цветники, кустарники, благоустроят тротуары и заменят скамейки и урны на новые. Территория преобразится и вместе с площадью имени Сахарова станет одним из знаковых мест города. Мне кажется, что это место должно быть приведено в порядок при помощи этой программы. Поэтому, конечно, я как житель железнодорожного района буду голосовать за эту территорию. Мне она кажется действительно самым сердцем нашего города, и я поддержу эту территорию. Добавим, проголосовать за благоустройство любимого городского пространства для отдыха могут барнаульцы, достигшие 14 лет. Сделать это можно до 30 апреля на портале госуслуг, потребуется предварительная авторизация, или с помощью волонтеров. Их можно встретить в торговых центрах, на значимых городских мероприятиях, в том числе на ярмарках выходного дня. Елена Кузовкина, Мария Костылева. День с толком.